Артис Пабрикс написал в Твиттер: «Если Рижское самоуправление продолжит показывать свою неспособность убирать снег с тротуаров и дорог, то на следующих выборах Ушаков вернется так же стремительно, как когда-то Наполеон в Париж ссылки на острове Эльба». На эту колкость мэр Риги Мартин Штакис ответил, что он понимает, что у министра после проигрыша на выборах много свободного времени, но я могу успокоить, что в Риге работают все единицы техники, и мы добились того, что впервые в истории в центре тротуары чистят самоуправление. Тем временем комментаторы призвали мэра выйти прогуляться по Риге. «Дворники умели чистить лучше, чем ваши тракторы», пишут комментаторы.